Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про то, как перенести ваши избранные точки с одной программы Prima, например, с вашей старой какого-то устройства на новую программу. И как перенести точки избранные с iGo NextGen, например, в iGo Prima и наоборот с iGo Prima в iGo NextGen. На примере сегодня у нас Samsung Tab A7 Lite, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти. И эта версия еще с LTE. Данные приборы у меня есть в наличии, так что если вас заинтересовал данный планшет с установленными уже программами по Европе, звоните, пишите, я оставлю номер свой в описании. Итак, давайте приступим к самим разбору, как это все сделать, как перенести точки избранные. Итак, сейчас покажу, что в программе избранного нету. Выходим с iGo Prima, заходим. Для этого я буду использовать Total Commander, файловый менеджер. Вы можете хоть через мои файлы это все делать. Мне удобно делать это все через Total Commander. Итак, заходим. Видим, у нас есть память устройства и карта памяти. Например, допустим, что у нас эти все точки находятся на карте памяти. Вот папка у нас iGo Prima. Она у вас может называться там iGo, и там без разницы, как она у вас может называться. Мы, собственно, заходим туда. У нас тут будет много разных папок, но нас сейчас интересует сама папка Save. Заходим в папку Save, дальше идем Profiles, 0.1, так, 0.1 заходим и ищем специальные файлы, которые нам нужны. А надо нам именно файлик UserPoi, видите, вот он находится внизу здесь. Мы нажимаем на него, появляется внизу галочка внутри него, внутри этого файлика. Также, да, если мы хотим перенести историю поиска адресов, историю поиска городов, мы еще выбираем кнопку Trip Data, файлик выбираем Street History, Road. Road это у нас маршруты наши, которые были. History и City History Save. Вот выбрали вот эти файлики. Сейчас ближе покажу. Вот они, UserPoi, Trip Data, Street History, Road, History Save и City History V4.Save. Вот выбрали эти все папки. Если вам нужно, например, только избранные, то хватит нам одного файлика UserPoi. Итак, идем дальше. Нажимаем кнопку «Копировать». Нажимаем сюда. Домик. SD-карта. Это у нас встроенная память. Вот наша папка с программой iGo Prima. Выбираем папка «Save». Папка «Profiles» 0.1. И нажимаем кнопку «Ок». «Копировать». Спрашивает, файл назначения существует. Нажимаем «Заменить все». Вот скопировались все файлы. Выходим с Total Commander и заходим в iGo Prima. Давайте посмотрим, перенеслись ли наши все сохранения. И, собственно, история. Нажимаем «Пункт назначения». Видим, вкладка «История» есть уже. Вот все. История поиска есть. И есть наши точки избранные, то, чего нам нужно было добиться. Итак, видим, да, вот они все присутствуют. Все, с iGo Prima разобрались, да, как перекинуть точки на программу iGo Prima. Выходим с программы iGo Prima. Давайте покажу, как это все делать для программы NextGen. Обратно заходим в Total Commander, карта памяти. Ну, это в моем случае карта памяти, в вашем случае может любая другая папка быть. Вот, например, IGO Израиль. Заходим, NextGen-овские сохранения, папка так же само Save, папка Profiles 0.1. Теперь мы ищем папку под названием Users 0.0 и видим тоже, если чисто нам нужны только сами избранные, мы выбираем файлик user.upoi. Вот, выбираем, галочка появилась внутри, все, мы его выбрали. Если мы хотим перенести в новую программу, то есть история полностью ваших поисков, выбираем Street History, History Save и City History. Нажимаем сюда, сюда, домик, SD-карта, папка iGo PAL, Save, Profiles, 0.1, Users, 0.0 и нажимаем кнопку ОК. Копировать, например. Заменить все. У нас все эти данные копированы. Итак, давайте еще раз. Если вам нужны только
скопировать, перенести ваши точки избранные, и история вам не нужна, тогда выбираете просто вот этот файлик User POI и копировать его в ту папку, которую только что мы это все скопировали. Так, выходим с Total Commander и заходим в iGo NextGen. Ждем, сейчас запустится программа. Проверим, появились ли наши все точки. Так, давайте проверим, появились ли наши точки. Нажимаем меню, избранное. Листаем вниз и видим, вот все наши точки, собственно, появились. Нажимаем на карте, можем просмотреть. То есть, что нам нужно было сделать, мы, собственно, это все и сделали. Давайте теперь покажу, как перенести точки с NextGen, например, в программу iGo Prima. Заходим в Total Commander, либо в любой удобный для вас файловый менеджер. Нажимаем «Память устройства». У нас папка iGo PAL есть. Это NextGen-овская папка. Нажимаем папка «Save», видим. Идем папка «Profiles» 0.1. Да, тут может быть у вас несколько этих профилей. Тут если в программе iGo у вас было создано несколько профилей водителя, то они тут будут 0.1, 0.2, 0.3. Естественно, вы же выбираете тем, тот вот профиль, которым вы пользуетесь. То есть в данном случае здесь в этой папке «Save» хранится только один пользователь. То есть в программе NextGen нету ни второго, ни третьего профиля пользователя-водителей. Соответственно, выбираем 0.1. Ищем папку Users 0.0 и выбираем папку User POI. Это файл, где хранятся у нас все наши избранные. Нажимаем сюда, сюда, домик, SD-карта, папка iGo. Это, напоминаю, папка с программой iGo Prima. Нажимаем, стоп, промахнулся. Так, сейчас еще раз. Нажимаем SD-карта. iGo, Save, Profiles, 0.1, и нажимаем кнопку ОК, копировать, заменить. И давайте проверим, появились ли избранные с этой программы в программе iGo Prima. Запускаем Prima, проверяем. Да, удалить нажимаем, готово. Давайте проверим, избранное. Смотрим, это эти точки или нет. Давайте сейчас зайдем в программу iGo NextGen и проверим, это те точки, либо нет. Запускаем NextGen. Ждем. Потому что, если помните, до этого у нас были в iGo Prima совсем другие точки загружены. Так, смотрим. Нажимаем меню, избранное. Давайте проверим соответствие точек избранного в NextGen и точек избранного в программе iGo. И как видим, они идентичны. То есть вы поняли, да, каким образом можно скопировать точки с iGo Prima в iGo NextGen и с NextGen в iGo Prima. Либо просто перенести ваши старые точки, которые с предыдущего аппарата, либо вы хотите точки перенести с аппарата вашего товарища, если там много у него полезных точек. Теперь вы знаете, как это сделать. Еще раз давайте покажу. Например, покажу сейчас, как с программы iGo Prima перенести точки в программу iGo NextGen. Заходим. Папка iGo Prima, да?
Нажимаем Save, Profiles 01. Выбираем User POI. Выбираем только этот файлик. Нажимаем сюда. Нажимаем на домик. SD-карта. Ищем папку с NextGen. Это у нас IGOPAL. Папка Save. Папка Profiles 01. Папка Users 00. Нажимаем ОК. Копировать. Заменить. Заходим в NextGen. И проверяем, появились ли у нас точки с программой IGO Prima в программе IGO NextGen. Итак, давайте смотреть. Нажимаем меню. Избранное. И видим, видите, мои места 141 место. Видим, что поменялось данные. В предыдущий раз, когда мы запускали программу, было определенное количество точек. Сейчас, видим, этих точек намного больше. Потому что в папке с сохранением от IGO Prima этих точек было много. Больше, чем в предыдущем раз, когда мы NextGen запускали. Итак, вроде все наглядно показал, как это делать. Я же говорю, не обязательно использовать Total Commander, как использую я. Вы можете использовать любой файл EV Manager. Можете на карту памяти ложить папку с программой, от которой вам нужно эти точки вытащить. Можете копировать на встроенную память, без разницы. Вам нужно зайти в эту папку с программой старой, да, где хранятся эти точки. Выбрать папку Save. Ну и дальше делать то, что я только что показывал. Думаю, что данная информация будет вам полезна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вдруг у кого какие будут вопросы, если у кого-то что-то не получится, свой номер я оставляю в описании. Так что звоните, пишите. Telegram, Viber, WhatsApp. Все есть на этом номере. Так что всем спасибо.